Я понял, понял. Я никому не нужен. Стамбул, 1997 год. Тогда я стану бандитом. Я стану гангстером. Вы убивали кого-нибудь собственными руками? Мы убили. На пистолете отпечатки пальцев Омара. После того, как все провернем, выбросим его в мусорный контейнер. Ты 100 раз это повторил. Думаешь, я дурак? А ты будь с ним всю ночь, чтобы вас не видели. Тебе же будет несложно это сделать. Несложно. Я уверен в этом. Какой же я мерзавец, да? Да нет, просто все кажется тебе игрой, Джингис. А это и так игра, брат. Тогда найди себе другого друга для игр, Джингис. Тебе будет не хватать меня. Джингис, идем, я отведу тебя домой. Идем, Джингис, ты не в себе. Вы идите, я сам отведу его домой. Ты уверен? Может, нам пойти с вами? Да нет, зачем? Идите домой. Ты готов считать денежки, брат? Купишь яхту, будешь богачом. Я буду убийцей, убийцей, и ты тоже. Мы станем убийцами Омара. Нашего Омара. Понимаешь? Эйшан знает об этом? Думает, что будет ограбление. Думает, что его освободят через 3 года. А ты не промах, Джингис. Одним выстрелом 2 зайцев. Деньги получишь, и девчонка останется с тобой. Молодец. Если слабо, не надо, Али. Отдай пистолет, я сам все сделаю. Давай, давай пистолет. Давай. Да, конечно, у тебя духа не хватит. Все испортишь. Раз мы ввязались в это дело, то сделаем все до конца. Вот это я понимаю, Али. Это не игрушки. Это наша жизнь. Эйшан. Ты уверен, Эйшан, завтра... Возможно, завтра мы не увидимся. Я хочу провести эту ночь с тобой. Я хочу этого. У них пересменка. Иди. Ты же сам сказал, что у нас всего 2 часа. Потом придут делать инвентаризацию. Давай. Сулейман! Сулейман! Не с места, кто там? Побереги нервы, это я. Собираешься выстрелить в Джингиза? А это ты? Что ты потерял здесь в такой час? Я забыл свой бумажник в раздевалке. Там деньги. Завтра, Джингиз, завтра приходи. Ты знаешь наши правила. Брат, знаю, знаю. Конечно, знаю. Но если ты проведешь меня, я покажу тебе, как играют в рулетку. Соглашайся. Нет, я не могу. Даже не проси, я не такой. Такой, такой. Именно такой. Я звонил Нармин.
Если хочешь, сам позвони ей. А какие у тебя отношения с начальницей? Если бумажника не окажется, тебе не сдобровать. Ладно, теперь слушай. Ты знаешь, как это делается? Ты себе даже не представляешь. Да ты что? Ей-богу? Значит, эти собаки так обманывают людей. И не говори. А мы работаем в поте лица. Точно, точно. На двух работах. Да, чтобы прокормить семью. А они... Я всегда чувствовал, что здесь что-то не так. Что это? Проклятие, проклятие! Ради Аллаха, не убивайте меня. У меня есть дети, двое. Джингис, умоляю. Чего ты мердишь? Стреляй, стреляй! Заткнись. Ты умрешь. Умрешь, чтобы мы смогли жить. Я люблю тебя, Эйшан. И я тебя. Я никогда не забуду тебя, Омер. Полиция! Лицом вниз! Не с места! Лежать! 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 Эйшан!